in the Suicide Squad! Attack! Bang! Привет! Вышла сокровищница, так что в начале видео будет ее обзор, будут открывать сундуки, а после этого будет каточка нереальная. Соляра, маска к просмотру, команда не верила, противники горели. Все как вы любите. Тейчес, кстати, тройка. Вот, тайм-код, залетайте по нему и приятного просмотра. И, кстати, прямо сейчас, когда ты смотришь этот ролик, если делаешь это утром, мы с девушкой играем на Твиче, на стриме, в пати, учу играть в доту, учу играть ее на Тейчесе. Я как раз-таки исполняю роль комбинатора, катаю на Магнусе, Тинике, Паджиге. В общем, залетай, ссылка в описании и есть закрепленный комментарий. Ждем тебя. Приятного аппетита, конечно же. Ну что, друзья, в доте вышла третья сокровищница. Давайте посмотрим, кто есть кто, что есть что здесь у нас. Так, на первом месте Лич. Поехали, сразу опробуем. Поехали, сразу опробуем, что куда. Так, Синистер Гейс изменили, получается, правильно? Максимальный уровень неуязвимости, вражеского героя. Ну-ка. Он цепями, получается, это делает. Очень интересно. Мне нравится, по-моему, очень красиво. Штука прикольная, тем более, что Лича, в принципе, я иногда пикаю даже. Неплохо, неплохо. Вот она, да, это вот? Как это выглядит? Ну, правда, какая-то борода у него странная, но в целом, окей, пойдет. Так, что у нас дальше есть? После Лича Оракл. Ага. Еще один саппорт. И еще один третий спелл. Кстати, часто кастуемый. Максимально часто кастуемый за Оракла, так что эту штучку будем видеть все и постоянно. Так, неуязвимость, скучная манна, вражеская героя. Ну, прикольно на самом деле. Еще эффект интересный, как какая-то черная дыра под ним вертится. Мне нравится, что уже два саппорта. Мне нравится, что уже два саппорта. Как саппорт плееру, как саппорт плееру мне это нравится. Так, следующий момент. Клокверк, как раз которого начал пикать в последнее время. Хукшот. Ультимейт это круто. Ультимейт это круто. Ну-ка. Ты что делаешь? Бесконечная манна, вражеский герой, максимальный уровень. И все? А, ну если на дистанцию, то можно тебя разглядеть. Ну, по сути, я что-то не вижу особой разницы, если честно. Это как тот же хукшот, просто с оранжевенькой цепью. Может, он когда вцепляется, там и заметно что-то, но мне кажется, если и менять, то надо был другой спел. Вот это так себе имморталка. На мой взгляд, опять же. Имморталка так себе. Так, пугна. Что ей сделали на голове? Это что вообще такое? Ладно. Ну это сильно, конечно. Что изменили ульт? Вот пугне ульта, я думаю, заметно будет. Вражеский герой, максимальный уровень, бесконечная манна, максимальный уровень. Красиво смотрится. Красиво. Так, подождите, а союзника если хилить? Ну, в принципе, неплохо. Ну-ка, если с торца посмотреть. В целом, прикольно. По-моему, в целом, прикольно. Прям звезд с неба не хватает. Мне реально не нравится, как это... Вот смотрите, эффект прикольный, но косметический предмет ужасный просто. Вот, вот эта вот бандура на голове, я... Что-то как-то не этот. По-моему, немного безвкусно. Она всегда была прикольнее тем, что она такая маленькая, пугна, да, вот такая супер быстрая, бегает, а тут какую-то просто насадили ей, так сказать, большую штуку. Овергроус. Так, тоже ульта, тоже на саппорте. Какая-то трежерка саппортов просто. Ну, пугна еще ладно, хотя бы мид может ходить. Тоже на балдашник какой-то на башке. Ну, поехали. Да. Если честно, я даже не вижу... А, ну тут такая типа ракушка.
такая типа ракушка снизу, причем на грибов не работает, только на героев. Ну что-то есть, честно, такое себе. Я не вижу большой разницы между обычной ультой, вот разве что вот эта штучка. И то она как-то странно смотрится. Какая-то она не очень, не знаю, такое себе. И тоже на балдашник непонятный. Короче, что пугна, что тренд, мне уже не особо. Могу честно сказать. Ну, опять же, это субъективное мнение. Так, гирокоптер. Это тоже пока не редкое, пока обычное. Иконка, звук, модель, субэффекты, визуальный эффект, анимация. Ракета. Ну, поехали. Наконец-то кэрри-герой. Не метовый, правда, но не принципиально. Мета меняется. Так. Прошли герой. Максимальный уровень. Поехали. Это что, это из какой-то игры, по-моему, да, такой? О, прикольно, это прикольно. Это необычно, кстати. Это реально прикольно, кстати, мне нравится. Интересно, как по ним попадать, по ощущениям. Ну, в принципе, так же, наверное, даже, наверное, проще по ним попадать, если честно. Это, возможно, pay to lose в плане того, как ты пытаешься по ним засандалить. Давайте еще одного вражеского героя создадим. Отсюда вот сюда отправим. Да где ты его куда бьешь? Так, сейчас немного нет. Ну, попасть по бегущей по земле цели, по-моему, значительно проще. По-моему, здесь это больше pay to lose, на самом деле. Хотя визуально прикольно. Визуально прикольно и, в отличие от предыдущих эффектов, не лишнее. Так, ну 50 уровень боевого пропуска здесь как бы без комментариев. Фуфло они какое-то решили, конечно, улучшить. Ладно, давайте. Посмотрим. Я говорю, мне вот это... Я даже не знаю, как это правильно назвать. Это головка пугны не особо заходит, если честно. Так, вражеский герой, максимальный уровень. Так, ну и что ты меняешь? То же самое, только золотистое теперь. Так, а если крипчика своего фидить? Да, по сути, то же самое. Золото у противника, зеленое у союзника. Ну, когда поглощаешь... Ну, такое, короче. Ну, не знаю, мне не очень нравится. Она какая-то... Несуразная, несоразмерная. Мне не нравится. Так. И следующее. И последнее, потому что дальше только Аегис. У нас Феникс. Что-то их здесь очень мало, если честно, получилось. Но меняет сразу два спыла. Интересно. Феникс сейчас супер в мете. Это зайдет, по идее, всем вообще, кто на нем играет. Ну-ка. Красиво. Вот это красиво. Вау. Ну-ка. Кинжалы такие, да? То есть это не птички даже, такие кинжалы он раскидывает. Вражеский герой. Ну, горит он дефолтно, в принципе. А если по нему пролететься? Точно так же дефолтно горит. Ну... Вот это красивая. Это красивая история. Мне, если честно, нравится. Реально хорошо смотрится. Достойно быть самой редкой. С пугной не согласен, с этим достойно. Так, ну шо. Самое время теперь это все открывать, правильно? Поехали. Я не буду ждать всех этих включений. Мы как бы с вами поскипаем это все дело. Поскипаем это дело. Хотя бы на второй раз поскипаем. Че, мне надо перезайти? Почему такая тема происходит? Я ж только что нажимал, все работало. Так, подождите-ка. Так, ну ладно, хорошо. Дота сильнее меня. Гирыч. Ну, если честно, не знаю. Ну, то есть, я буду пользоваться вот этими тремя точно. Не точно, а вероятнее всего, да, Лич, Клок мне нравится, Оракл мне нравится, мне нравится очень Феникс. Ну и, наверное, уровни боевого пропуска, типа, тоже прикольные. 50 уровней это сколько в деньгах? По-моему, там нормально, на самом деле. О, 50 уровней подъехали. Может, еще одни пугной дропните? Кто здесь? Просто пугна? Как-то странно отображалось. Ну, мне их дофигища. Всех этих штучек.
По-моему, пропустить все-таки работает, но он немного не то ускоряет. Или я запутался. Снова гирокоптер. Но 50 уровней — это тема. Ну просто мне уже нечего здесь добывать. Ну так, если да, подумать. Я это все открыл. Но для тех, кто там, допустим, не открыл VR-ку, кто не открыл квапу, пуджа, вот для этих людей это вообще тема, на самом деле, если дропнет. Они же очень быстро упали. Она просто редкая. Они реально решили забустить всем уровни. Неплохо. Но вот с этой... Здесь два откровенно плохих. Три откровенно плохих сета получается. Правильно? Сколько у меня их еще? У меня их, по-моему, 20 было сейчас. Я пока только открыл. Сколько? 6, 6, 12, 13. Феникса я бы хотел. Вот Феникса я бы реально хотел в коллекцию. Я вполне допускаю, что вот этот герой еще может быть. Залетит у меня в пул. Когда-нибудь потом. Не сейчас. По остальным чарам пока хз. Ну давай, ну. Не жмется же, понимаете? Да, казино чат Габена, конечно, работает. Чё-то как-то шатковалка. Вообще еще вот это фуфло мне кинет. Не Феникса, как бы, и все, я здесь только за этим. Ну, типа, все остальное я уже получил. Даже 50 уровней, наверное, не так хочется. Как хотелось бы Феникса. На мой взгляд, мало. Типа, можно было добавить больше разных героев. Почему на Тэчесе нет Иммортлки, например? То есть, я знаю, что на Тэчесе есть Иммортл сет, но он безумно старый. И как бы странно выпускать Иммортл сет, который не работает с Арканой. Да, то есть, ну, как бы, потому что он полностью сет, а Аркана тоже как бы сет. Еще одни уровни. Ну, 100 уровней бы его пропускать прикольно. Если бы я знал про эту тему, я бы, наверное, даже не этот, поменьше покупал сам. Я так понимаю, тут не угадаешь просто заранее. Вот, хотелось бы что-то Immortal на минера, какие-нибудь там, я не знаю. Даже, наверное, не минки, а какой-нибудь бласт, может, крутой. А так еще один уважать. Ну, если в следующем году не будет. Я просто каждый год жду, что хоть что-нибудь на Тэчесе будет. Ничего нет на Тэчесе. Здрасте. Здрасте, здрасте. Три штуки у меня осталось. Почему не все крутятся? Что происходит? Так, ладно. Я думаю, проблема должна решаться кардинально. Может, и пропуск заодно заработает. Ничего он не скачивает, ничего не обновляет. Это какой-то именно баг. Ну, куда ж вот. Маленькой инди-компании, так сказать. Без технических неполадок. А, так у меня трежерки закончились. Или чё? Одна штука осталась. Не, пропустить не работает. Не из этой сферы, так сказать. Клок снова пугна. Так, что здесь можно сделать? Сдать. Мне надо, если кто-то уровень сдаст. Просто по мисклику, знаете, я не знаю, почему я вообще даю такую возможность. Но просто сдать уровни по мисклику, представьте себе. Давайте я, наверное, сразу их съем, что-то мне не нравится этот момент. Применить уровни. Применить уровни. Все, применил. Так. Сокровищницы, да. Третья, да. Получить. Не удалось. Удалось. Чё ж ты такой логодром-то, мужик? Феникс. Феникс я вообще заканчиваю сразу, прям даже ничего не сдаю вот это все. Лабудой не занимаюсь, так сказать. У меня ощущение, как когда бы его пропуск только вышел, когда все лагало просто как через пень колоду.
Вот обновление сети Dota 2, но он сдает. Это значит, это хорошо? Или значит, что все плохо? И у меня вообще не зачитывается, что я делаю. Короче, не буду, наверное, этим заниматься, потому что сейчас вот буквально сразу вам ролик запулю. Сеты мы посмотрели, выводы сделали. Кому интересно, заходите в Dota, открывайте свои сеты. Может, кому-то дропнуть 50 уровней. Вот что могу пожелать больше всего. Ну или кто-то мейнит пугнул. И любит вот эти большие набалдашники сверху. Тогда и вам она стопудово дропнется. Все, вот такой вот получается сундук Immortal 3. Мои впечатления, наверное, даже похуже, чем от прошлого, если честно, но в целом неплохо. Антимаг тут же предложил. Кто мне еще не нравится? Наверное, все-таки Нага, хотя ее никто не пикает. Надо подумать. Димаха. Димаха, который больше саппорт, чем кэрри. Playing Pups for Fun, который больше саппорт, чем... Что-то вообще с ним непонятный, короче. Эх, Финябан. Ух ты, а я люблю музыку на стриме. Конкурентный герой, конкурентный. Да это жестко. Спасибо большое, Крянус. Да, это было жестко. Если про ситуэйшн на карте, это было жестко, согласен. Ой, у меня Тэчес 3. Ой, Тэчес 4, супер. Спасибо за песню. Погнали. Спасибо большое за песню. Спасибо, Крянус. Так, сиником на каком языке говорить? Ну-ка. Чекаем молодого. Уна, уна, уна. Это Гермиона Грейнджер у него на аватарке, что ли? Па-ра-ра-па-па. Джамбульская мышь, шово. Посмотрите на его гибкость. Мне нравится наша линия с Тинником. Мы должны хорошо стоять. Люблю Тини 4. По Т-4. Рабочая тема. Quattro. Quattro. Тини, Тини, hello. Do you understand me? Do you hear me? Тини? Тайни? А, понял. Комбинить не хотим, да? Комбинить будем, нет? Даблить? Катка-то легкая. Понял. Тогда без дабл-рейта обойдемся. Какой-то негативный человек мне попался. Uno. Quattro. Кнопка выхода вверху слева, потом снизу справа. Не благодари за гайд. Нет, а мне-то хочется, я-то чё. Just 30 seconds now. This battle is in our body bag. Привет, Тимур, хорошего стрима, рад тебя видеть. Если вопрос, почему на Джакира играешь, он же топ-саппорт, и отпушу урон есть. Привет, спасибо большое, Джакира. Поигрываю, если вообще ничего пикать больше. Но мне почему-то больше нравятся другие герои. Из тех, которых я беру. Это же просто, ну, чисто такое, чисто на восприятие. Эх, на Тини не захотел подойти пораньше.
Да и зачем оно? Это все. Все ваши подходы куда-то. Наверху вроде бы не... Точнее, это абмит, правильно? Он будет темп задавать неплохой. Нет, это аба в топе. Так это что сейчас топ-линия там? Откуда в тебе столько злобы? И так мало воспитания. Кто бы знал. Так. Откинул, хорошо. Ну тебе и ренжа, конечно. Это твои истории, мужик. Так, не мешаем человеку булить. Делает полезное дело. И этих дубчиков наоборот отнимаем. Этих не даем вести никуда. Триггерим на себя. Пропускаем, может, КС из-за этого, но зато я точно уверен, что они не выпалят их на этих. Это очень важно. Нет, все равно выпалили. Значит, надо было тебе никуда идти, получается. Очень еще хочу фласку. Акрипа добить. Мужик, акрипа добить. Спасибо. Фласка. Мне главное экспа. Я свой фарм вынесу. Если я тройка, значит мне оставят линию. Точнее, я сам себе оставлю линию. И свое выформлю. Максимум, что может случиться, ко мне сместится Абадон. И я смещусь просто на другую линию от него. Все. На этом история закончилась, так сказать. Снова на тенеке выпуливает. Приносим себе подхильчик. Пьем фласочку. Фласочка нас полностью выпиливает. У него там присыпка, правильно, да. Файрик, стики. Все хорошо. Я возвращаюсь. Мне все устраивает. Чутка до трапа осталось, потом начнем с тобой жарить эту линию. Рэндж-крип! А, хорошо, замехнули. Ну, там линию хочется с вами поставить. И поставим. Опа. Должен был быть мой. Как же вы неорганизованно бьете, ребята, разные цели? Конечно, что потом плохо заканчивается и линия не спушивается нормально. Чего тут? Всю пачку убил. Жестко. Я только одного крипа смог. То, что к нему пришла больше пачка, чем вышло по итогу. Может мне верно кинуть, наверное. Нет? Она, конечно, взлетит. Какой-то запорсим. Хотя если... Ну, указал. Полет потрачен. Баунти. Баунти.
Ханга, go stop. Вижу, у них тут нет по ощущениям. Трапа появилась. Ману надо отрегенить, потом убьем. Не успел крип даже тычку дать тебе. Мне уже фулл мана, чтобы что-то делать такое. Ах, ты чкурсы, как же она замедлила мой удар. Все, мана есть. Иди, бей грипов. Я пойду мины ставить. Пойдем. На Кате можешь кинуть его? Ангель, зактив рун, гоу стоп. Нормально, кейс на мид. Ладно, что-то знает, как ладно. Он что-то чувствует на своем, по-моему. Можешь мне одного оставлять уже, я нормально ставлю. Ростос маленького уровня, значит, хочет гангать, не со мной стоять. В принципе, то, о чем я и говорил. Что не по комбине мы особо. Свен, по-моему, вообще ушел в лес. Сюда-сюда. Туда-туда. Интересная механика. Можно мне это? Ну, главный результат, как говорится. Ёперный ты, баба. Подождите. Ханга типит бот. Это какая позиция? Это парень на... Абадоне, я что-то вообще не понял. Фишульку не просек! Скажу честно. Панк уже вернулся. Тогда-то забираю. Покупаю транквилы. Несу себе. Забираю, несу себе. Сюда они уже бегут. Вар здесь. Стою в лесочке. Чилю, правильно? Подождите, это... Так это мидер панга? А чё ты вообще тут делал, мужик? Can kill Abaddon. Ничего не понимаю, как они двигаются и зачем пока. Ну как бы ладно, ваше право. Ну все, я регенюсь. У меня нормально. У меня... Необходимый минимум готов. Восьмая минута, я шестой. Сейчас будет тихонечко убивать. Верно, пусть отпушивает. Если хочет так сильно. Линию пока к себе будет подводить. Мне надо отрегенить немного прессом. Типа я на фрифарме. Главное его не пропускать. Maybe one. What was that? I didn't see anything. Тишина. Я фуловый, могу сейчас, наверное, боковать. У них вар здесь. Могу добивать. Опа, интересное кино. Панг идет, бэк. Баунтис. Интересное кино. Найс, найс, просто выживи. Ой, верно, дала топ. Типа, все, я забираю всю эту территорию.
под себя. Мне нужна вот такая вот коротенькая передышка, и после нее уже на релаксе сидит. Спейс — это главное, тут ты прав. Да, тача затащит. Как-то по сюда. Опять же ко мне должен, по идее, смещаться парень на Абаддоне. Нормально. Бучку я пушу. А так проблем не возникает. Бот с пушим гоу. А сам мины. Конечно, конечно. Пушим по боту. Я фармлю. Я качаюсь. Я огромный сейчас буду. Люблю тройку тычиться. Опа. Центричок. Сладенький стоит. Панк готов объявлен. Оставь на скид только, пожалуйста. Забирай. Забирай. Активку помоги, чек. Иду дальше. Тиник все задевардил, в принципе, под меня. Абаддон сместился. Реген обочин. Блять, анлак. Ну ладно, я хотя бы панга убил. Ох, если бы я выжил этот реген. Я шарка на губку. Кинь его на меня, он умрет. С большой вероятностью. Но если он будет бояться фармить. Понимаю. Топ отпушить надо. Будет кто отпушивать? Могу я там стоять? Не хочу стоять под этим. Бадон. Можешь ты стоять. Идите в бот кто-нибудь. Верно, без ульты пока. Вообще, я хочу дофармить МКБ свое. Помогите тачицу. Беги. В порядке. Они ошибаются, гоу убьем его. Я бегу от них домой. Замедлю его. Ну, что-то это как-то так себе получилось. Красный. Заходим, скидываем все по тычечке. Парни, вот такое дальше идти. Не-не, это не наша война, ребята. Я просто хочу дофармить свой МКБ. Фармите в боте против Абаддона кто-нибудь. Это Джаггернаут должен делать. Да. Джаггер, can you go bot against Abaddon? I can't. Пусть берет. Я дропнул, возьми на тэч. Хорошо, тогда я беру. Так. Что здесь берем? Эх, вот бы троечку, блин, в команду. Hey guys, I think we need to run them over or lose. Интересно, какую функцию он хочет, чтобы его троечка выполнял? They swapped again, I wanna stay bot now. And my items are really strong in late. Strong in late. We farm more than them. FSLM used.
Фига ты толстяк, конечно, мужик. Понимаю. Ну здесь ты один, типа, да, они хотели его забрать. Ну и хослэм. И реализация блинка. Типа от такого любой должен умирать, это нормально, что это будет. Джаггер в боте не играет, вот это мне не нравится. Пойду... Слушайте, так, не в мид пойдут точно. Я сейчас мид закрою. А там дальше уже чуть-чуть посмотрим. Сюда. Кинни бы под меня играл, ах, была бы красота. Can you help me kill stack techies? Хочешь, чтобы я помог убить стаки? Я возьму пока. Похоронить. Не, Наршана могут, кстати, пойти скоро. Я подсвечу, но он подсвечен уже. Я с МКБ. I can fight, I have MKB. Значит, мы сильные. Бов 4. Давай добьем. Парни, об этом буду фон. Можем здесь стоять. 4 типа стоять, да, ублюдок. Да, да, да. А вообще, я хочу его боти сейчас попробовать убить. Хорошо получилось. We can push bot, ты сейчас финал. Да, вот это все задефаем сейчас. Мне есть надо скипать. Buy smokes, we have to win shop. Я буду делать. Я скипнул. Центричок хотя бы один надо взять. Говорили. Здесь стоим, нюхаем. Не выложилось. Шейкер хе. Бывает. Смещусь немного под своих. Пуш. Че, вышечка наша? За смок. На ми... около мин играйте. Что... Если Виверна умрет в начале файта, мы выиграем файт. Или бадон какой-нибудь. А бадон вряд ли. Найс. Ха-ха-ха! Смешно. Help me. Грустно. Вот там мы гоним. Бежим на мины, бежим на мины, влево. Сочка нету. Сильно нас размотали. Ну, можем их просто, в принципе. А можем не ныть и выиграть катку. Ну, ты как бы сам выбирай. Так. Здесь. А если бы не гоним, мы бы выиграли этот файт легко. Там под галер сразу дух. Ты видишь или нет? А? We should play around Roche. They're gonna go Roche. Guys, we can actually get Roche. They have no Санульте. Go go. We're strong Roche. Can you come with your words? Хилинг вард, подойдите, пожалуйста. I'll take. Бери, бери. Не, ничего не могу сделать. Ми.
Пойдем дальше играть в боте, мы там сильные. Да-да. Go play bottom. I'll push someone this, so we can take tower. Подмел на бадоне. Выход погоним. Do you want to smoke, I guess? На самом деле надо взять БКБ моё, потому что Свен меня убивает соло. Но он без БКБ сам, если на минах будем стоять. Да, просто надо на БКБ, побольше главное, времени. Чтобы я выжил. Я его убил. Не, я имею в виду, что он без БКБ, он умрет, если ты будешь на минах стоять день. А, ну, это да. Зайс. Они спаунились, возможно. Чем мы смокнемся? Там бадана или нет? Я думаю, нам лучше играть статично, чем смокаться куда-то. Потрачу ульту в тавер, чтобы его наконец снесли. Don't they have a ward up here, I guess? Echo, the echo is not me, no. Не, варда здесь нету. Outpost, please. Take outpost. Пойдем под мид сейчас устраиваться. Don't buy agony, please. Need... Buy something to leave. Yes, I leave with agony. Then I don't have to hard commit. No Sven, no Sven. Так, все так кд. Okay. Just play around this spot. C4 2 and stay on mines. Ну, кстати, БКБ у Свена скоро должно быть, по идее. Он файт выиграл, тот всех убил. Пока с Эгисом я могу впереди стоять, я думаю, спокойно. Как-то надо снизу сиджить, когда грибы подходят наши, чтобы Свен не мог как-то заехать. Покушалось. Смоки. Вот Свен. Саягиса. Мины сверху, мины сверху. Галера. А Саягиса. Наверх, можешь убежать наверх? Я живу, я живу, я живу. Наверх, наверх, наверх. А, да, да. А, не, не живу. Шокер еще ехает. Бэкнулся. Ничего страшного. Если что, у них Свен за нашу комбу с тинником не живет никак вообще, ни под кем. То есть, ну, у нас нет опции, как мы это сливаем, если тинник живет и есть мина на ХГ. БКБ не включается в тось. No Sven, go Sven, can we kill him? Yeah, go on them and I respawn. Отлетят БКБ. No Viper, no Viper. 15 seconds. Base. Хорош. Я бегу. Я не хочу умирать.
Pango used ult, guys. They have no echo now. Go push, get tower. No Pango ult. Can get tower easily. Be afraid, fire ulti. Вышку должны собирать. После ББК сдох. Нормально. Отлично. Глиф есть, ну да, тратить не хочется, наверное. Just go, go. А чё боимся-то? Just hit, Jagger. You can't be dead. Just don't stay together, and that's it. Всё. Готов. Хотя, не знаю. Ну вообще можем в топе играть. Надо, ну, нам надо занимать тройку, наверное, и всё, и сидеть тут. Тихо. Вот у нас пушится там сильно. Ладно, я хочу топ отпушить, и я подойду потом к вам. Ну, тройку мы отдаем. Вот тут засядем мы отсюда. У нас аниме вижена там нет. Так, хочу здесь, наверное, поставить. Свен где-то здесь бегает, может теперь забежать на огонек. Где на ободонче. Надо как-то, чтобы они ульту Виверны потратили бездарно. После этого я могу спокойно ультовать Сэна и убивать. Топя шесть. Я вообще вышел. Лучше выйти, нам не надо драться, там мин нет у вас. Мины есть вот тут, да, под миду. Да. Можете под мидом играть. Если вот здесь не будут на вас убегать, я убью сразу героя. Возможно, Свен. Сюда. Форсик, наверное, форсик. Ёшки, я надо что с вышкой. Я пока здесь постою, наверное. Тэч, если хочешь, чарм? Да. Или я возьму? Опять чуть-чуть. Гемового Абадона. Вот это я. Пеннетейкер. Привет. Спасибо большое за поддержку. Привет, Травич. Сколько игр надо, чтобы научиться играть Тичисом? Привет. Это всегда субъективно. Ты никогда точно не дашь ответ на этот вопрос. Потому что... Да-да. Разным людям по-разному дает изучение чего-то нового. Школьник. Ты, я думаю, это можешь тоже на собственном примере видеть. Там, да, у кого-то в классе на изи дается что-то, да, кому-то тяжело. Вот. По сути, непонятно, у кого сколько времени занимает адаптационный период, освоительный период. Ну, мы фармим большую площадку карты, нас все устраивает, в принципе. Рош таймер есть? Здесь, наверное, буду ставить. Это самое доступное для них, Т2 на горизонте. Сэн, ты пешнулся. У него, кстати, нету нового айтема. Кого нет у него? Айтемов новых не появилось у него пока что. You need to kill Wyvern or focus him, because he's the only can win fight. Back. Welcome. Чекер, ладно. Как-то не близко там. Эмби Рос, Шек Рос. Я. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Я люблю музыку, спасибо. Привет, Тимур. Здоровья всем и твоей семье. Спасибо за стрим и ВК. Я кинул свой, только мне очень стыдно за свой ММР и игры, хотя играю с 2012 года. Точка, хорошего стрима, поменьше хейтеров в твою сторону. Спасибо большое, мужик из Тюмени, спасибо. Да чё ты, господи, палится за рейтинг. Это же... Всегда вопрос в большей степени мотивации. То есть, насколько бы там тяжело что-то не давалось, если быть адово замотивированным, все равно можно... Свен ультанул. Отойдите. Надо уходить. Я бы дрался, только там, ну, и верно еще жива. Не-не, только под Т2, у нас там мины есть. У Дини есть бай, есть еще. Можем вот здесь шотнуть Свена сразу.
Но крипы далеко, они пока подпушат, то все, может даже бояться не надо. Хороший появился. Некрасиво. Пойду заберу этого. We have to let them, I think. Or you wanna fight it? Не думаю, отдаем. Да мы выбьем Эгги сразу на мины, вообще пофигу на него. Ну ладно, тем более там мины нет. Они еще пойдут пушить по Т2 на миде, мы должны принять их стинником. А Эггис выбьем, потом можем добить. А я люблю музыку. А дай мне даст, дай мне даст. Удачи на стриме. Спасибо большое, мужик, спасибо. За песню. Удачи на стриме. Спасибо за тот. Спасибо. У меня будет 25-й уйти не 20-й, он будет соло по карте убивать там миллион героев в секунду. Winnering, this is free kill for you, I don't know why you don't kill. He has shadow. Не повезло нам с Рошаном на самом деле, чуть-чуть. Чуть-чуть не повезло. На 3 хп. Купится таник, ну будет 4, допустим. Немного все равно. Just chill and farm, Jagger. Go late. We are okay. Топ актив. Анданик, вот ты расстраивался, я смотрю, ты втягиваешься в нашу каточку, медасик уже фармишь. Понравилось, да, на лейт Будет линка, мы просто бежим на них, потому что с линкой они мне ничего не могут. Там некому сбивать, кроме верно. Баланс получается. О, я что-то убил у Свена. Сатаник. Сатаник, наверное. Он сатаник купил уже, у него есть. Проебали. Работу идут. Дальше идут. Можете сплитить. Давите топ, давите топ. Табличка стоит, они должны забояться и уйти. Ты стримишь? Нет, у тебя карта закрыта вообще? Как у тебя там дела? Я ульту потратил. Виверна, виверна, парни. Мужики, мужики, одно дело делаем, вы чего? Я на сдоху. Подстава, конечно, подстава. Ну, ГДС заканчивается. Пять секунд до моей ульты. Свен? Свен? Найс! Но они фуфло какой-то сделали. Они отчаялись, что играть против Тетчиса и настолько глупо пошли. Но они увидели табличку и поняли, что пушить как бы не могут, а что-то делать надо. Баунти. Крутая песня, спасибо за тот. Мужик, у тебя тоже была топчик. Красота, поехали. Эперкит у них. Глиф потратили. Ставьте баунти. Пойдемте топ заберем. Топ Т2. Ого. Пара-па-пара-па-па.
У тебя Twitch, Ники, ты стримишь, нет? Да, да, да. Карта закрыта? Нет. Закрывай. Могу, потому что в боте мин не было, и они пошли именно туда. Крутая песня, мне нравится. Go. Просто выходим после этой вышки и чилим дальше. Надо ББ дождаться кулдаунов и следующего Рошана. Да, и мейлинки главное. Get back, bro. We just chill now. We just chill and wait buybacks in Russian. Там новый гем должен быть, по идее. А гем нашли на базе, парни? У меня гем. Пойду на базу сгоняю. Новый гем. They got new gem. Новый гем. If they go mid, на тиник, если они мид пойдут, ты должен быть на миду. Готов. По-моему, смоканулись, вообще никого не вижу. Хотя хз, без шейкер. Yeah, smoke, looks like smoke. Careful, careful. Надеюсь, мог быть вижен, нет, они далеко очень. No, 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 don't go, don't go, don't go. Just chill. Я тоже такое хочу. Ну-ка постарайтесь, парни. Энд-диск у шейкера почти. Ну главное, что не успею. Свен хе. Вот всяких там дайвов на фонтан все возможно. Молодой на своей должен умирать. Да, будет. Пока еще рабочий. Либо они что-то знают. Но вижен здесь не было, знают, получается, через стрим Антареса. Свена убил, we can fight, guys. Хорош. А ты где вообще это сделал? Линша? Who wants flicker? Run at them, bite him to... Just go for stop, yes. I mean... Bybacks. Ну как немного уровней насыпало, конечно, с этой истории. Приятненько. У нас там шмотки валяются, возьмите. Или можем не... Пушить сложно, без ББК и без Еги. Авил чек. Значит, просто радуемся, что его нет. Пошел тайминг хорошо. Значит, идем на Рошика. Это Сентри Вард, правильно? Ну, этого Рошана мы уже не отдаем. Что там по кулдауну? Бай, 2 минутки. Хорошо. Значит, отдыхаем. Так, по манию все нормально. 24 уровень, хорошо. Take bot bounties. Бежать.
без ВП. Just wait, Russian. Wait, Russian, meanwhile, farm. They're going top. Chill. I'll take Arcane. Мы на Рошане сильны. Мы на Рошане мощны. Чё, а ты книжку возьми, 25-й? Я взял лучше, да. На Андайнке побег типов вот здесь, дай мне опыта. Вот этих типов побейте. Так, таймер Рошана пошел, ты сказал, на Андайнке, правильно? А, все, Роша появилась. А надо общаться с командой. Минута, минута. Так, да, ВП. Угу. Есть. У меня не будет ВП. Мы можем подождать минутку вот эту и спокойно этот, потом зайти. Они нас подождут, они не будут Рошана пока забирать. Я с ними поговорил. Чилим, ждем байбеков. Just chill, wait buybacks and go Russian. Just hit straight in there. Вайвер there. Наш клиент. Try to go to Roshpit. Roshpit. Mines in Roshpit. Приятный момент. Ладно, просто выходим. Just get out. Не байбекайся пока. Подожди, может они сами умрут. Тинни, иди сюда. Тинни, иди ко мне. Вот здесь и убьем, если кто-то. Вот тут. Tiny, you can save me. Там мало мин? You can save me. Нет, там много. Так шейкер, да. Своим потом Рошану убьет. Зачем? Не нужен 25-й чуть-чуть. Can you go push somewhere? Эгиса нет. Эгиса нет. Ну, задержава обидно. Чилим на хайграунде. Нормально. Не особо потеряли. Покидать. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Иди сюда, Тень. Вот здесь мины есть, я их потяну. Это немножко. Всегда волевой акт. Вот сюда можешь кинуть тоже, сейчас подумаем. Они сейчас будут на Mind Games пытаться зайти куда-то. Why don't use this? А, хорош. Ты уже и сам можешь, я забыл. Все, играем от Тинника. Тинни убивает, мы идем. Вообще у них ничего нет на самом деле, да, ни бая, ни этого. Спасибо большое, Папа Мах, и Ной, это всегда волевой акт. Спасибо. То есть, получается, Тинни кидает на мины, а плохо думают обо мне. Тинни, ты чё меня подставляешь? Вот ты бы на мины не кинул, он бы этого не написал. Понимаешь? Настраиваешь людей против меня. Разжигаешь ненависть. Осуждаю тебя. Ах ты какой, ну ладно, тогда прощаю. Все-таки функции игры это честный момент. Конруну. Возьмешь на мирке? Можешь, кстати, купить Silver Age. Я куплю потом Travel'а. Вторые. А не Silver Age, это Blade, ну ты... Андискову, верно. Тинни, смотри, важный момент. Всегда старайся кидать через мины.
То есть в дальний конец от противника радиуса взрыва, чтобы он не успел приземлиться и нажать БКБ, пока я взрываю. This can't block this. А Йона честь у него нет, может здесь взорваться. А, там же КД, сорян. Сбивал блинк, парни. Сбивал блинк. И ребят с БКБшками не кидай на мины с этими. Ну, красные. Прожмут же. А вот на... Короче, Свена не кидай на красные. Если у него БКБ есть. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Там еще индиску каждого. Чёрт, все такие культурные. Что надо, чёрт менять. Решил хорошую песню заказать. Моя, кстати, опять же. Сейчас раков. У нас праздник, Юлек уволилась с работы. Мои поздравления. Мои поздравления. Раз уволилась, значит было за что. Надеюсь, теперь вам будет морально легче, а значит легче во всем. Рад за вас, лучший муж. Привет. Приятного аппетита. Спасибо большое за поддержку. Тоже, наверное, почему рачком звали. Сам карту не закроешь? Разбань в чате. Ты что тут делаешь? А, карту не край, потому что у меня задержка 5 минут стрима. Поэтому это, ну... Мне просто закрывать карту не помогло бы никак в принципе, потому что я, ну как бы, сам тычес. И так видно на экране, где я мины ставлю. А союзники мои все-таки не постоянно на меня смотрят. Так, нет, по-другому сделаем, красивше. Это сюда, а вот это уже вот сюда. Чильте, чильте, главное, не форсите слишком. Подождите, мины едут уже. Скоро денег тут засолят. А хейтит опять меня будет. Осуждаю. Мана, пожалуйста. Так, блин, статуя не отвяжется, если да, лайк не поставлю. Нет, отвязалась. Давайте немного по микроконтролям, там, трапки покидаем, вот это вот все. Тамайон, Тамайон. Надо прокнуть сперва. Can we get hexes and stuff? Or maybe solar crest? Your middle tower is under attack. Блячка может. Только мне не пойдут, мне кажется. А Айон прокнул. Панга Айона нету. Можешь кидать его на тени вот сюда, вот сюда. Вон, вижу как раз. Они тпшатся. Go fight. Go, go, go. Go fight. Купите нули файров, наверное, нет? Песен. Олдовая песенка. Тут как бы ничего не скажешь. Да чё ж так много выделяешь, что мне вот эти так нужно. Шекер без твоего. Кто? Шекер? Хорошо, надо показать. Ой, так это же ваш. Ах. Или нет? Найс. Осторожно, осторожно. Back a bit, a bit. 40 seconds, I can kill him again. Russian на тайминг пошел. У вас сзади мины едут здесь еще. Тиник.
Ты мертв? Ладно, прощаю. Можешь не помогать. Та-та. Справедливое подношение. Ка-ка-ка. Сел новый Эверн. Эх, Свен стопа заходит, да? Не, but I'm not Omni, and... Он, чем прокси. No, I'm disc. Джаггер, run here, run here. Джаггер, bite here, bite here. Джаггер, Джаггер, here, here. Как же ты на Свене непонятно двигаешься? Я без бая? Ну я почти с бая. Три секунды. Майнс, майнс, майнс. Вот тут не взрывается. Взорвался здесь. Ха. Го-го, Свена нет, они наши. На бэбэ. Ага. Там начал бежит. Мужик, отдохни. Опять свою штучку на ней, да, вот эту? Как я не связал? Ну, они же должны его добирать, правильно? Рошар, год. А, ну то он еще умирать. Так, здесь никого нет, я пойду пушить, короче. Че, он все это время умирает, что ли? Заберите Рошана, наверное. ФЗ. Пушить думаете? Мы успеем разве трон снести? Если нет... Ну хотя не знаю, мы на Рошане строим сильнее. Да, давайте, давайте пушить. Идите сюда. И бот сносите, давайте, все, все. Ты кто такая сладкая? Думаю, она слева. Снесите бот, 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 бот лейн. А я люблю музыку на стриме. Продолжим. Я люблю, спасибо. Удачи. Спасибо большое за тот. Спасибо. Так, разбань в чате, я гляну потом. Да что ты в бане? Собственно. Парни, может бэк? У меня хп мало. Свен умер, парни, Свен умер, Свен умер. Give me word, give me word, give me word, give me word. Игра, наверное, закончилась. Хорош. Можем без Рошана. Спасибо за песню. Молодцы, ребята. Антайнг, извини, что все-таки победили. Понимаю, ты хотел иного. Да я не разговариваю со мной. Давайте порадуем Андаенга. Юру выиграли, хотя он не хотел, так хотя бы разговаривать с ним не будем. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Йоу, Тревеман. Твои фаны с тобой. С каждого ПО соточки тебе в копилочку. Удачных техасских взрывов. Дикий Техас, спасибо большое за 300. Это ты с намеком, что вас там трое диких техасов, поэтому 300 получилось. Спасибо. Приятная каточка.
Уверенная каточка получилась, а. Тройка течес. Эх, сейчас бы мне тройку нормальную, как сказал кто-то у нас в команде. 53 тысячи урона, 4 Свена. Ну, в принципе, Свен у них главный герой. Все молодцы, в принципе, все играли. То есть, да, какими бы они ни были токсиками, они играли на победу. Я в игре, я воспринимаю это как самое главное. В плане коменда репорта. Так. Давайте, наверное, свищем теперь свое местоположение, чтобы не попадаться с теми же самыми товарищами. Приятная каточка была. Че по графикам интересно, кстати? Если в думчиво посмотреть. Ну, они ввели 5000 максимум в какой-то момент. Ну, мы дисциплинированно играли. Поэтому игра выглядела очень надежно. Три айон диска против меня. Которые файты бессолезные абсолютно. А файты были. То есть, понимаете, если я все равно, да, тут, ну, с учетом наличия айон дисков у противников, умудряюсь кого-то из них убить, то они остаются в ситуации 4 в 4. Да, в драке именно. Хотя я тоже могу в драку пролететь, как я пролетел, да, того же Свена впитал по контролю этим Юлом, трап, это все. Они остаются даже, ну, 4 в 5 все-таки. И... А в файте это айоны бесполезные, понимаете? И получается, что я у противника отжал 9000 нетворса еще и тупо через айоны. Ну, прям по-хорошему отжал, потому что, ну, ребята все равно умирают. Надеюсь, ролик понравился, пиши об этом в комментариях. Если да, если нет, то ничего не пиши. Шучу, пиши, конечно, все, что хочешь. Может, что-то надо лучше, что-то надо исправить и так далее. Надеюсь, настроение поднялось, настроение хорошее. Вечером на стриме увидимся и пока.